Сергей Шевкунов, начальник управления цифровых клиентских технологий Белгазпромбанка. Встречаем. Здравствуйте всем. Для меня честь выступить перед вами на такую тему, как обозначено на слайде, банк Акапи. Я хочу рассказать об этом стратегическом направлении нашего цифрового развития, о нашем опыте фактически. Вот. И в конце встречи покажу, как компаниям, которые уже сформировали себя, сформировали свое портфолио, и либо только начинающим предпринимателям, у которых еще есть только идея, что можно им делать фактически с банком, как можно дружить и так далее. Значит, что такое API вообще в целом? Ну, проблема на самом деле есть. Некоторые специалисты отмечают, что она лежит в том, что когда корпорация или предприятие находится на вершине своего успеха, она очень успешна, то это связано с уже реализовавшимся неким проектом, и сделать что-то подрывное, коренным образом отличающееся от того, что было сделано, практически невозможно. Поэтому очень важно в этой ситуации, когда, ну, например, вот наш банк сейчас находится на вершине там, своей эффективности, найти некие новые эффективные решения, обратиться не внутрь себя, а наружу, поискать новые идеи, новые направления для своего развития извне. Собственно, одним из методов для этого является метод технологический, который дает возможность развиваться банку не как ранее, как традиционные банки делали там, столетиями, а уже как экосистема, которая позволяет реализовывать уже не совсем банковские идеи, не совсем банковские проекты, но тем не менее связанные с финансовыми какими-то операциями. Есть глобальные такие идеологи, там, которые, или футурологи, которые смотрят вперед и видят, что наши дети с вами уже не будут взаимодействовать с банками. То есть идет разговор о том, что вообще банки умирают, их не будет. Мы, ну, как бы, с одной стороны, согласны с этой парадигмой, да, и если выделить некие стадии умирания банков, то можно выделить следующие 4 этапа. Первый, ну, это когда банк еще работает как единое целое, обеспечивает полный комплекс сервисов и услуг. Это, ну, наверное, все понимают, о чем. Далее банки задумываются о том, что они делают эффективно, что нет. И наступает стадия, когда некие вспомогательные процессы выносится вовне из банка, чтобы оставить только коренные некие функции, коренные активности в банке, а именно это кредиты, вклады и расчеты. Все, что сопутствует вот этим всем операциям, выносится из, наружу, в некие аутсорсинговые схемы. Третья стадия – это уже чуть более активная делегирование своих коренных сервисов и функций, в первую очередь там, по расчетам, по платежам, по переводам уже вне банка. И это обеспечивается через, ну, соответствующее технологическое решение API. Как только таких сервисов коренных банковских, уже исконно, ну, классически банковских, становится много, вот тогда можно уже говорить о четвертой стадии, когда банк, по сути, превращается в некий процессинг. Банк перестает существовать в своем классическом виде, а, по сути, банкинг
то, что непосредственно нужно клиентам, оно обеспечивается совершенно независимыми от банка институтами, организациями, финтех-компаниями. Это видение, которое мы разделяем, и, собственно, мы находимся где-то на третьем этапе. Национальный банк также поддерживает идею о том, что банкам необходимо трансформироваться. В частности, вот в этом году, я украл слайд у Александра Евгеньевича, было принято постановление Национального банка, которое одобрило стратегию развития цифрового банкинга. В нем есть пункт 5.3, который касается именно API, и выделяется регулятором три группы API. Это публичная API, то есть совершенно незащищаемая информация, которую можно найти на любом сайте без авторизации. Это курсы, новости, некие калькуляторы, сведения о точках обслуживания. Некие служебные API, вторая группа, которая обеспечивает работу банков и взаимодействие их с регулятором. И так называемые закрытые API, которые требуют в силу там, своей специфики и обеспечения необходимой безопасности не публичного доступа. То есть регулятор их назвал закрытые API. Собственно, мы понимаем, что это также некий сигнал о том, что мы двигаемся в правильном направлении, регулятор одобряет такого рода взаимодействие. Итак, что же мы делаем в этом отношении? Наш опыт, на самом деле, по реализации банка как API достаточно уже давно начат, и начат достаточно успешно. В целом, если рассмотреть те сервисы, которые мы можем выставить наружу для того, чтобы любые финтех-компании, и не только финтех-компании, есть другого рода классические предприниматели могут использовать достаточно обширно. Он, вот вы видите на слайде, также обеспечивается как публичной информацией, курсы, точки обслуживания, так и уже более специфическими вариациями функциональности, как то платежные функции и переводы на базе технологий банковских платежных карт. Идет речь в первую очередь о платежных системах MasterCard и Visa. Очень богатый опыт у нас по проектам в части электронных денег. То есть это особенный инструментарий, который отличается от банковских карт в силу там, регуляторных неких причин, в силу экономических предпосылок. Он дешевле, быстрее, можно и гибче использовать его. Но у него есть ограничения там, по рынку. Любые формы денежных переводов, которые уже сложились там, в виде локальном или даже межнациональном, мы также можем поддерживать. Мы уже работаем над реализацией проектов, связанных с передачей финансовой отчетной информации по клиентам, которая составляет банковскую тайну. Мы умеем это делать. Мы умеем работать с передачей информации о наших клиентских данных, которые также защищаются, соответственно, мы можем технологически делиться с тем партнером, который в этом заинтересован. Мы обеспечиваем процедуры идентификации в соответствии с законодательством и используем это в ряде проектов, я дальше о них расскажу. Аутентификация как техническая, такая онлайн вещь, мы, несмотря на то, что мы как банк, да, но тем не менее мы готовы предоставлять свое решение для сервисов, которые могут считать, что банковская аутентификация более надежная, более там, безопасная, проверенная. И это так на самом деле. У нас есть аттестация. Продуктовый сервис, продуктовый API специально. То есть мы на самом деле очень гибки в своих проектах, и сейчас я расскажу об этом. Чуть-чуть коснусь. На самом деле их очень много, и это далеко не весь перечень. То есть публичная API. Ряд порталов используют интеграцию с нашими системами для получения, например, информации по курсам валют. Проект республиканского значения, Национальный банк в виде своего портала «Кредитный регистр» также использует Белгазпромбанк и технологии нашего банка для того, чтобы
получать клиентские данные для того, чтобы эти клиенты аутентифицировали и идентифицировали себя в онлайне, когда заходят на этот портал, и тем самым они получают адресную информацию, которая, ну, предлагается на данном портале. То есть это не банковское решение, не наше локальное, это идет речь об интеграции с, ну, в данном случае, с одним из государственных органов. Проект EZP, о котором вот чуть дальше расскажет более подробно наш коллега, партнер, также можно рассматривать в качестве проекта, который начинался ровно как стартап, с нуля. Использует несколько возможностей технологических, которые связаны с электронными деньгами в первую очередь. Мы обеспечиваем обмен данными по клиентам, по процедуре их идентификации. И вот с недавних пор туда уже вовлечено наше умение работать с банковскими платежными картами. То есть, ну, подробно не буду рассказывать, не буду. Следующий проект, также примером которого является вот, площадка краудфандинговая в Беларуси, Улибай, которая тоже функционирует независимо от банка, реализует интересные и востребованные сервисы для, в данном случае, для физических лиц. При этом технологически подкладка или основа для нее – это API банка к нескольким платежным системам. То есть мы обеспечиваем, ну, такой движок, который позволяет переводить денежные средства от заинтересованных к автору проекта. Следующий – Delay. Идет речь о том, что мы действительно решили технологически проблему покупки в рассрочку прямо в магазинах, то есть работает с предприятиями отдельная финтех, скажем, организация, которая получает и передает в банк данные клиентов, соответственно, и сформированную потребность, а банк обеспечивает уже кредитные операции и возвращает это все дело, ну, также в режиме близком к онлайну. Берлио – еще один проект, который связан с электронными деньгами, но в данном случае его клиентом являются юридические лица, и и инфраструктура является автозаправочная станция. Банк обеспечивает расчетное обслуживание, соответственно, ведет, ну, все необходимые и зарегулированные мероприятия, связанные с этим. Еще один проект, вот, недавно мы начали взаимодействовать с автомагазинами, которые хотели расширить перечень возможностей для покупок автомобилей у своих клиентов. И в данном случае используется онлайн-решение для того, чтобы сформировать некую заявку на кредитование и получить ответ по ней. Соответственно, экономится время клиента на посещение банка. Еще один проект, связанный с электронными деньгами, МТС-деньги. Есть определенный опыт у нас по осуществлению данного, ну, поддержки данного проекта. К сожалению, там из-за некоторых ограничений, которые вызвал декрет номер 6, сейчас мы приостановили активность, но есть предпосылки для того, чтобы они были возобновлены. Другой пример, где банк выступает в роли, скажем, поддерживающего такого процессинга, да, веб-банкинг. Приложение мобильное, которое позволяет объединить в один аккаунт возможность оперирования любыми картами и совершать платежи, совершать переводы по ним, собственно, решение, которое именно опробовало уникальный сервис привязки карт, это то, что характеризует или характерно таким системам, как PayPal, там Uber также работает на базе вот этого функционала, ну и так далее. Страхование. Если у вас есть идея о том, как в страховую отрасль зайти с помощью банка, то вот вам, ну, например, идея о том, что банк может выступать в роли партнера по оформлению страховок. То есть в данном случае мы оперируем с рядом белорусских страховых компаний, которые
обеспечивают, ну, пока массовые очень виды страхования с нашей помощью. Передаются данные клиентов, обеспечивается идентификация, аутентификация этих вещей, выигравшихся и банк, и эти страховые компании. Работаем в настоящее время, и скоро увидит свет сервисы для, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса, онлайн-бухгалтерия. Специфический такой сервис, не банковский, но востребованный предпринимателями. Мы в онлайне хотим сделать вместе с нашими партнерами очень удобный, уникальный в Беларуси функционал. Также будет использовано, ну, технологическое ядро банка, которое позволяет передавать и финансовые данные, и клиентские данные персональные, обеспечивать идентификацию и аутентификацию в онлайне. Порталы также заинтересованы в привлечении большего количества клиентов, посетителей к себе, могут дополнительно реализовать с нашей помощью всякого рода, ну, например, финансово, скоро будет доступен. Это далеко не полный перечень там, всех проектов, где мы выступаем как бы в тени, невидимо для конечного клиента, для конечного потребителя. Мы готовы дальше двигаться, мы готовы двигаться дальше и выступать в роли, ну, экспертов, подумать вместе с вами, как улучшить вашу идею. Мы делаем это без посредников, то есть у нас нет пока такой стратегии, что мы явно все делаем через агрегаторов, как некоторые банки вот, применяют такую тактику. Мы готовы в зависимости от идеи использовать, ну, прямое подключение к нам. Мы достаточно гибки в части наших технологий, в части экономических параметров. Есть некоторые стандартные комиссии, которые, ну, приняты там, в частности для переводов, для платежей, мы предлагаем их всем одинаково. Технологически готовы дорабатывать, изменять, ну, если от того требует проект. Возможность финансирования. Ну, в этом году идет речь пока о кредитовании, вот, но следующий год, не буду лукавить, мы сейчас активно думаем над инвестиционным видом финансирования, в том числе для стартапов, но не будем забегать вперед. Наш опыт, по сути, позволяет нам говорить о любого рода интеграции. Кто нас интересует, ну, на самом деле нет четкой, как бы, пока фокусировки, но готовы работать и с финтехами, и с идеями, которые еще нигде не опробованы, так и с классическим или традиционным бизнесом, который уже, ну, где-то уже работал. Что нужно сделать команде, которая заинтересована в взаимодействии с банком? В первую очередь понимать, что вы делаете вообще. То есть определенный, ну, распространенный даже, наверное, подход. Сделайте, пожалуйста, бизнес-план. По модели Canvas разложите там все составляющие, посмотрите, кто ваш клиент, какой планируемый объем операций. Это уже может тот объем информации, с которым можно идти в банк. Как это делать? Берете, пишете письмо на имя председателя, например, это условно, на имя председателя управления Виктора Дмитриевича Бабарика о сотрудничестве, где описываете все, что вы считаете необходимым. Ну, в данном случае я рекомендую указывать, что вы, какую проблему решаете, как вы ее решаете, как вы хотите масштабироваться, кто ваша команда, клиент. Ну, то есть, если это будет подробная информация, это будет здорово. Главное, помните, что при рассмотрении мы хотим бы, ну, со своей стороны в банке понимать, зачем это банку нужно, где мы получим тот портфель, те обороты или того клиента, который будет полезен нам обоим. Не забывайте указывать контактные лица. Дальше вот я хочу просто сказать, что мы будем делать с этим письмом. Дальше у нас копнуть будет. Письмо, ну, банк это бюрократическая машина, да? Она поступает на председателя. Председатель, соответственно, формирует распоряжение, как правило, по трем направлениям. Первое – это технологическая экспертиза, вторая – юридическая экспертиза и третья, ну, – бизнес-экспертиза. По результатам вот этих трех, ну, как бы, анализов формируется видение о том, как мы работаем. Иногда это затягивается. Ну, я не могу похвалиться, что мы там все сразу, сходу, вот так вот решаем на лету. Бывают моменты серьезные, там, связанные с правовыми, в первую очередь, риском. Ну, технологически мы готовы на многое. Но так или иначе, упорное
идеи и их продвигатели получают на выходе то, что хотели. А может даже лучше. Спасибо, давайте вопросы. Спасибо большое, Сергей. Вопросы? Добрый день. Скажите, пожалуйста, меня заинтересовала аутентификация пользователя. Альтернативный ключу у вас есть способ? Да, спасибо за вопрос по аутентификации. У нас есть аттестованная по правилам СТБ категории B2 решение по аутентификации, которое сейчас выглядит вариацией набора следующих, альтернативных методов. Первое. Использование ЦП, там, где это нужно. Тяжелое решение, невостребованное, мы в него не верим. Второй вариант, чуть легче. Двухфакторная аутентификация, логин плюс OTP в виде SMS-пароля. Третье, тоже OTP на e-mail сброшен. И просто однофакторная. Еще один OTP, который сгенерирован с помощью мобильного приложения, то есть там три вариации. И можем, если там на самом деле не требуется двухфакторная аутентификация, можем использовать просто логин, пароль, тот, который у нас для клиентов в ДБО используется. Для чтения, для чтения, не для выполнения платежей переводов. На самом деле можем обсуждать, не требуя двухфакторной аутентификации. Просто логин. Спасибо. Добрый день, Сергей. Вопрос такой. Насколько сейчас в Беларуси развит рынок потребителей открытого API? Насколько рынок развит? Спасибо за вопрос. На самом деле рынок был давно сформирован, но публичен. Вот активности, которые могут показать какие-то измеримые там данные, кто заинтересован, наверное, началось только в прошлом году. Потребители API, вот те проекты, которые я здесь затронул, они еще датируются 2003, 2004, 2005 годов. С тех пор число только растет. Сколько сейчас? В прошлом году очень активное такое получило развитие всякого рода публичные мероприятия, связанные с финтех-хакатонами, стартап-движения. Вот это все стало очень публично, массированно обсуждаться в социальных сетях. Наверное, можно измерить это уже, пользуясь выборкой, сколько посетителей, сколько лайков у того или иного мероприятия. Можно это уже количество измерить. Но для меня, реально, этот рынок существовал уже, как я пришел на работу, мы уже применяли технологии, которые можно сейчас называть уже не просто как там мы интегрируемся с кем-то, можно назвать это словом API. Абсолютно нет. Насбанк скорее оформил то, что хаотически сложили. Да? Некоторые банки это практиковали, некоторые нет. Мы практиковали. Мы на самом деле очень в тесном диалоге находимся и с Национальным банком, и с другими государственными органами. Сейчас это спасибо регулятору облачено в некую форму, получило, гриф одобрено. Да? Спасибо, еще вопросы? Спасибо большое, Сергей, за выступление.